Череда новогодних праздников предполагает продуктовые закупки. В выходные дни на ярмарках-привозах любой покупатель может стать обладателем счастливого лотерейного билетика бесплатной лотереи, в которой всю продукцию представляют местные фермеры и предприниматели. Все лоты – ощутимое подспорье к домашнему бюджету и своеобразное знакомство с тем, что производят местные предприниматели на своих подворьях. Продукты качественные, цены на таких ярмарках гарантированные. Ознакомиться с тем, что почем на сегодняшний день, можно на специальных стендах. За ценами в режиме постоянного мониторинга следят общественники и представители администрации города. В настоящее время у нас продолжается комиссионная проверка по ярмаркам привоз, где мы проверяем цены, которые должны быть соответственно распоряжению, чтобы не было завышения, чтобы люди могли спокойно приобрести товар, зная, что здесь на ярмарке привоз цена ниже, чем на обычном молочном магазине, рынке, чтобы можно было прийти, рассмотреть разнообразие товара и приобрести то, что хочется. Такие комиссии у нас проходили и в прошлом году. Были сделаны некоторые замечания. Замечания устраняются. Я думаю, что эта работа будет продолжена и дальше. И пожелать всем уже с наступившим новым году счастья, здоровья и благополучия. Местные товаропроизводители с удовольствием работают на таких рынках, ведь торговые места администрация предоставляет бесплатно. Покупательский спрос на ярмарках высок, а у администрации города есть планы расширять такие торговые площадки. В планах увеличение на 4 площадки. Это хутор Красный, еще одна в станице Анапской, в станице Костогаевской и в центральной части города Анапы. Хотелось бы всем напомнить, что у нас действует рекомендованная максимальная цена, которую вы можете посмотреть на стенде на каждой ярмарке и сверить с той ценой, которую реализовывают уже непосредственно наши продавцы. Вот. Также на стендах указаны телефоны контролирующих служб. В случае завышения цен вы можете обратиться по данным телефонам, и мы оперативно отреагируем на данные факты. Музыка с самого утра на рынке создает праздничное настроение. Атмосфера народного гуляния долго царит в торговых рядах. Обладатели лотерейных выигрышей щедро делятся праздничным настроением. Фортуна все-таки существует. Я хочу всех поздравить с Новым годом, с наступившим уже. Пожелать вам счастья, здоровья, мирного неба над головой. Будьте счастливы.